Вот живем как хотим. Да плевал я на это 3 дня. Ну хорошо, нет проблем. Живи как можешь, значит. Ведь проблема не в том, что ты будешь яма жить без режима дня. Нет, это не проблема. Проблема в том, как ты будешь жить без режима дня. Что разум твой начнет сопротивляться окружающей среде, это значит, что он империи. Разум-то нужно очистить для того, чтобы понимать, что происходит в этом мире. Вот когда мы по режиму дня живем, что происходит? Мы начинаем чувствовать, как устроен этот мир. Мы начинаем чувствовать гармонию его. Мы чувствуем, что не зря утро, не зря вечер, солнце не зря, луна не зря. Все помогает жить. Так? Начинаем чувствовать. А если мы сопротивляемся, мы ничего не чувствуем. Мы чувствуем только тяжесть этой жизни и все. Итак, оказывается, человечество — это слабая разумная форма жизни, поэтому мы не помним, что было в прошлом. В прошлой жизни мы не знаем, что мы вечные, мы не знаем об этом, можно только догадываться.